I'd only been in prison for 4 months. Я к тому времени отсидел в тюрьме всего 4 месяца. I'd been before the court. И я был на суде. And they sentenced me to what would have been 10 years in prison. И меня приговорили к тому, что было бы 10-летним тюремным сроком. God's reaction. Божья реакция. 3 days after that. Через 3 дня после этого. He showed me in a dream. Он показал мне во сне. The day that I would get out of prison. День моего освобождения из тюрьмы. 3 days after my trial. Через 3 дня после суда. And so I began to pray. И я начал молиться. And I began to pray. И начал молиться. Because God had shown me that I would not only be out of the prison. Бог показал мне, что я не только буду освобожден из тюрьмы. But I'd be speaking to 10,000 people. Но что я буду проповедовать 10,000 человек. And declaring the glory of God. И провозглашать славу Божью. But it was impossible. Но это было невозможно. Well, it took me another 5 months. И мне потребовалось еще 5 месяцев. And I managed to smuggle my Bible back in. Перед тем, как я сумел принести Библию к себе в камеру. And I said, where do I start? И я сказал, с чего мне начать читать? And it's like the Holy Spirit said, your name's David. И Дух Святой как будто сказал мне, ну тебя же зовут Давид. Read what David says. Почитай, что Давид говорил. So I was reading the Psalms. Я читал псалмы. And I read Psalm 35. И я прочел 34-й псалом. And in that psalm, и в этом псалме, God confirmed the day of my release. Бог подтвердил день моего освобождения. He confirmed it. Подтвердил. Because David says, потому что Давид там говорит. Remember, the dream, the vision was that I would be praising God in a big congregation, 10,000 people. Помните, видением было, что я прославлю Бога в большом собрании, 10,000 человек. David said, I will give God thanks in the great congregation. И Давид говорит, я прославлю тебя в собрании великом. And the Holy Spirit said, that's it. И Дух сказал, вот тебе. And I like that with the Lord. И мне нравится это с Господом. Because very often I say to him, when he gives me a promise. Потому что очень часто, когда он дает мне обетование. I say, show it to me in writing. Я говорю, покажи мне в письменном виде. And he tells me in writing. И он показывает мне в письменном виде. But then I said, Lord, if you can work a miracle that big. И я сказал еще потом, Господь, ну если вот такое большое чудо. But you can get me out of the prison. Чтобы освободить меня из тюрьмы. My birthday comes 4 days before Easter. У меня день рождения за 4 дня до Пасхи. Why don't you send me home for my birthday? Почему бы мне не пойти домой в мой день рождения? And I said, if you will, я сказал, если ты сделаешь так, let me see it in writing. Позволь мне увидеть это в письменном виде. I said, Lord, if you will give me what I'm asking, я сказал, Господь, если ты дашь мне то, чего and я тебя get решу, me out of this prison, и освободишь меня из этой тюрьмы, and if I'm going to preach to 10,000 people, если я буду проповедовать 10,000 человек, you've given me one answer. Ты дал мне один ответ. Well, if you can do that, но если ты это можешь сделать, you can do something else. Ты можешь сделать что-то еще. You can send me home for my birthday. Ты можешь отправить меня домой в мой день рождения. And because I always like the answer, и потому что я всегда люблю получать ответ, I said, show me in writing. Я сказал, покажи мне в письменном. So I kept reading the Psalms. И я продолжил читать псалмы. And I came to, I think it's Psalms 63. И по-моему это был 68. По-моему, 67-й псалом. And this is what I read. И вот что я там прочитал. I said, Lord, if I can go home on my birthday. Я сказал, Господь, если я смогу пойти домой в свой день рождения. Show me a verse. Покажи мне стих. Where you release a prisoner in chains. Где ты освобождаешь узника в цепях. You read the psalm. Прочитайте псалмы. God puts the solitary in families. Бог одиноких возвращает в семьи. He brings out those that are in chains. И освобождает тех, которые в цепях. Hallelujah. Или узников освобождает. I'm going home on my birthday. Аллилуйя. И я еду домой на свой день But рождения. The amazing thing is this. И изумительно то. Despite the fact that I was telling the other prisoners, я рассказывал другим заключенным об этом.
That God works miracles. Что Бог совершает чудеса. And I was telling them that I was going home. И я рассказывал им, что я поеду домой. And the officers in the prison heard me. И охранники в тюрьме, офицеры услышали об этом. And they said, "Why are you saying this?" И они сказали: "Зачем ты об этом говоришь?" They said, "It's impossible for you to get out." Они сказали: "Тебе невозможно освободиться отсюда." And they showed me the walls. И они показали мне стены. They showed me the guards with the Kalashnikovs. Показали мне охранников. They showed me the dogs. Показали мне собак. Electric fences. Электрическую ограду. And they boasted. И они хвастались там. They boasted. Они хвастались. There's only one way out of this prison. Из этой тюрьмы есть один выход. It's in a wooden box. В деревянном ящике. When did they do that? Когда они это сделали? They did that the day before my birthday. За день до моего дня рождения. And I went back to the workbench. И я вернулся на свое рабочее место. I was crying out to God. И я там вопиял пред Богом. You said I'm going home tomorrow. Ты же сказал, что я поеду домой завтра. And it's impossible. И это невозможно. Look, these ungodly men. Вот эти безбожники have taken the point of saying it's impossible. Объяснили мне, что это невозможно. What kind of a God are you? Что ты за Бог такой? Come on, what kind of a God are you? Какой ты Бог? Now, how can you, oh God, work this miracle? Как ты, Бог, можешь совершить такое чудо? And I just put my head on my hands. И я так голову обнял руками. And I was crying out. И я там вопиял, рыдал. Why? Почему? And then the Holy Spirit began to talk to me. Но потом Дух Святой начал говорить со мной. And he asked me the simplest question. И он задал мне простейший вопрос. How do you know you're a Christian? Откуда ты знаешь, что ты христианин? Now I was almost laughing. Но сейчас я уже почти смеялся. I'm an evangelist. Я же евангелист. I know why I'm a Я знаю, почему я христианин. I know what the Bible says. Я знаю, что в Библии Whosoever говорится. Will call on the name of the Lord will be saved. Кто призовет имя Господне, спасется. And the Holy Spirit said. И Дух Святой сказал. Why? I said because of your word. Почему? Я сказал благодаря твоему Everything слову. Everything about salvation is a promise in your word. Спасение – это целиком обетование твоего слова. And I felt that God was looking me in the eyes. И я так ощутил, что Бог как будто смотрит мне вот так в глаза. Have you ever had that moment when you think God's looking right through you? У вас был такой момент, когда ощущаешь, что Бог прямо насквозь тебя видит? He said, "Your salvation is depend on the promises." Он сказал, твое спасение зависит от обетований. Not your feeling. Не от твоих чувств. Not your emotion. Не от твоих эмоций. On the promise. А от обетования. I said yes. Я сказал да. And then the Lord said, "And did I tell you that you're going home tomorrow?" И потом Господь говорит: "Я же сказал тебе, что ты пойдешь домой завтра." But it's impossible. Но это же невозможно. The guards have heard about it. Потому что охранники услышали об этом. And it's impossible. Это невозможно. Only 20 minutes passed. Спустя всего 20 минут. And the same guard. Тот же самый охранник. Who was telling me it was impossible. Который говорил мне, что это невозможно. Called me. Вызвал меня. And I went to him. Я подошел к нему. He said, "I've just got a message." Он сказал, мне только что позвонили from the government. Из правительства. You're to be released immediately. Ты должен быть освобожден немедленно. Oh, no, no, no. Нет, подождите. Of course I didn't get out. Конечно, я не освободился тогда прямо. I didn't get out. Я не вышел. Why? Почему? It wasn't my birthday. Это был еще не мой день рождения. It wasn't. Еще не был мой день рождения. So they had to keep me in the prison. Меня продержали еще ночью. Until the next day. До следующего дня. And then they took me out of the prison. Потом они вывезли меня из тюрьмы. I thought they were taking me to kill me, actually. Я был уверен, что они везут меня, чтобы расстрелять. Because they were killing the Christians in that prison. Потому что в той тюрьме казнили христиан. And I got to the airport. И мы приехали в аэропорт.
There was an airplane. Там стоял самолет. They put me onto the airplane. Они меня затолкали в самолет. And who was on the airplane? И кто там был в самолете? Not an angel. Не ангел. It was the British Prime Minister. Премьер-министр Великобритании. This is the only time it's ever happened in the world. Это единственный случай во всем мире. Where the British Prime Minister had come to rescue a Christian. Когда премьер-министр Великобритании прилетел, чтобы освободить христианина. Can you imagine an ungodly prime minister? Представляете себе, безбожник премьер-министр. It's the one God had to send. Именно его отправил Бог. Not a Christian. Не христианина. But an ungodly prime minister. Безбожника, неверующего премьер-министра. Почему? Because God always does what he says. Бог всегда делает то, что говорит. And you see, that's what makes me so strong. И это то, что делает меня таким сильным. Because in the crises in my life, потому что во времена кризисов, in the most difficult times of my life, в самые трудные времена моей жизни, God made a point of proving He does what He says. Бог мне показывает, что Он всегда делает то, что говорит. Look, I'm trying to tell you something. Я пытаюсь донести до вас. I'm trying to tell you something. Я пытаюсь объяснить. God goes. God's a busy man. И Бог, он занятой такой очень. He's a busy. Sorry, he's a busy holy God. Он такой занятой очень, святой Бог. But he goes out of his way. Но он специально. For people like you. Уделяет время таким людям, как ты. Simply to prove it, that's what he says. Просто для того, чтобы подтвердить, что он делает то, что говорит. Do you know why I was in that prison? И вы знаете, почему я был в той тюрьме? Do you know why I was in the prison? Вы знаете, почему я был в тюрьме? What, for preaching the gospel and Bible smuggling? За проповедь Евангелия, за контрабанду Библии? No. Не. Why was I there? Почему я оказался там? Simply so that God could demonstrate He does what He says. Чтобы Бог смог продемонстрировать, что Он делает то, что говорит. Do you understand? Понимаете? You know, it changed my life. Это изменило мою жизнь. Absolutely changed my life. Абсолютно изменило мою жизнь. You see, this is what Moses is saying. И это то, что говорит Моисей. He says, even if you're in tribulation, if you're being persecuted, he said, if you seek for God with all your heart, you'll find Him. Он сказал, в скорбях, гонениях, если ты взыщешь Бога от всего сердца, ты найдешь Его. But Moses doesn't explain everything. Но Моисей не объясняет все. It's my friend David. Мой друг Давид. You know, the biblical David. Ну, знаете, библейский Давид. I think I'm like him. Я думаю, что я похож на него. Because you see, with David, Давид, he says, "Oh, thou art my God." Он сказал: "Боже, ты Бог мой." Early will I seek thee. От ранней зари ищу тебя. My flesh longs for you. По тебе томится. My whole soul thirsts for you. Душа моя жаждет тебя. In a dry and thirsty land. В земле пустынной и безводной. David knew how to seek God. Давид знал, как искать Бога. Even Moses didn't know. Даже Моисей этого не знал. David did. А Давид знал. I did. И я узнал. I know how to seek Him. Я знаю сейчас, как искать Его. Okay. It had to be in a prison. Ну да, пришлось в тюрьме. It had to be with throat cancer. Пришлось, когда рак горла был. And later lung cancer. И позже рак легкого. Oh, 18 years ago I had lung cancer. 18 лет назад у меня обнаружили рак легкого. Oh, that was wonderful. Praise God. Вот это было здорово. Слава Богу. And let me challenge you with that. How old was I when I got lung cancer? И позвольте вам бросить вызов. Сколько мне было лет, когда у меня обнаружили рак легкого? I was 70 years old. Мне было 70 лет. 70 years old. 70 лет. So I got lung cancer. У меня обнаружили рак легкого. They put the camera down the lung. Мне даже камеру опускали на X-rays. Делали снимки рентгеновские. You've got lung cancer. У тебя рак легкого. Well, you know that if you've got lung cancer, whatever they do, you'll only live about 5 or 6 years. И ты понимаешь, что если у тебя рак легкого, что бы тебе ни делали, ты проживешь лет 5 или 6. So they said, we'll give you chemotherapy. Мне сказали, we can remove your lung. Химиотерапию легкую удалим.
What did I do? А что я сделал? I said, absolutely not. Я сказал абсолютно no. So I went away to pray. И я уехал молиться. And you know what I prayed? И узнаете, о чем я молился? Don't you should never be like me because I pray dangerous prayers. Вы не должны быть как я. Я молюсь опасными молитвами. I said, Lord, I'm 70 years old. Я сказал, Господь, мне 70 лет. If you don't need me anymore, если я тебе больше не нужен, let me die. Позволь мне умереть. The apostle Paul says it's better up there than down here. Апостол Павел говорит, там лучше, чем здесь. I said, please make it quick. И я говорю, пожалуйста, побыстрее там. Let me die. Дай мне умереть. But I said, by the way, Lord, if you haven't finished with me. Но Господь, кстати, если ты еще не закончил со мной. If you want me to go on working for you. Если ты хочешь, чтобы я продолжал трудиться для тебя. I refuse to go back to Russia. То я отказываюсь вернуться в Россию. No, absolutely no. Нет, абсолютно нет. Unless you work a miracle. Если ты не совершишь чудо. How can I go back into Russia? Как я смогу вернуться and в Россию? Say that you work miracles, and говорить, that... что ты совершаешь чудеса? If I've had chemo, если сам пережил химию, if I've had my lung removed, если у меня удалят легкое, it won't work. Так не работает. I will only go back. Я вернусь туда if только, you heal me. Если ты исцелишь. That's up to you. Поэтому все от тебя. If you don't need me anymore, зависит, let me die quickly. Позволь мне умереть побыстрее. But if you've got another job for me to do, I need a miracle. Но если у тебя еще есть работа для меня, то мне необходимо. I prayed for 3 months. Я молился 3 месяца. And I was in Germany. Я был в Германии. And I like to pray on mountains. Я люблю молиться в горах. And I went up, not quite so high, but it was some kind of mountain. И я поднялся, не такая высокая, но это был такой холм довольно высокий. And I'm saying, Lord, как гора. И я сказал, Господь, take me quickly, забери меня быстрее. Or heal me. Или исцели. I did not pray for healing. Я не молился за исцеление. I said, show your will, demonstrate your will. Я сказал, яви свою волю, покажи, продемонстрируй свою волю. So I went up to pray. Я поднялся, and I came down. Потом спустился вниз. You don't climb mountains when you have advanced lung cancer. Не надо лазить по горам, когда у тебя продвинутая стадия рака легких. So I got into bed. Я лег спать. And theoretically, I died. Ну и теоретически я умер. I was choking. Я задыхался. I couldn't breathe. Я не мог дышать. I was alone. Я был один. The other people in the house were in bed asleep. Другие люди, которые жили в том доме, они спали. I couldn't cry out. Я даже не мог позвать на помощь. Couldn't do anything. Я ничего не мог. If you can't breathe, you can't do anything. Если дышать не можешь, то ничего не можешь. And I knew that I was moments away from death. И я понял, что я в мгновениях от смерти. And I just cried. In my spirit, I cried out, "Lord, help me!" И в духе я просто возопиял, Господь, помоги мне. And there was an explosion in my chest. И был как будто взрыв у меня в грудной клетке. And all the cancer came out of my mouth. И эта раковая опухоль целиком вышла у меня через рот. It was so much. И такой объем был того, that they had to burn the bed. Что кровать пришлось потом сжечь. And I was totally healed. И я получил полное исцеление. No, but you see what I'm trying to talk about. О чем я пытаюсь сказать? I'm here because God's brought me here. Я здесь, потому что Бог привел меня сюда. I'm still preaching. Я по-прежнему проповедую. Because God did what I said. Потому что Бог сделал I то, need, что говорил. I need another miracle. И мне нужно еще одно God чудо. Gave me the miracle. Бог дал мне чудо. But you see, there's so much more. Но здесь гораздо больше. How many days have I got to talk to you? Can I still keep on talking? Сколько у меня еще дней есть, чтобы общаться с вами? Я могу продолжать? You see, there's one person in the Bible. Есть одна личность в Библии. And he's very unusual. Очень необычная. It's called Jacob. Иаков. Have you heard of him? Вы слышали о нем? Yeah. Патриарх, который... Now, what made Jacob different to other people? И чем отличался Иаков от остальных людей?
Well, my Bible tells me. Ну, моя Библия мне рассказывает. He fought with God. Он боролся с Богом. Is that right, pastors? Правда, пасторы? He fought with God all night. Он боролся с Богом целую ночь. And neither side could win. И ни одна сторона не могла победить. And then God touched him. И потом Бог коснулся его. And you know what God said to him? И вы знаете, что Бог ему сказал? As a prince, как князь, you have power with God. Ты имеешь силу с Богом. I hear lots of people say, многие люди говорят, и я слышу, we need power from God. Что нам нужна сила от Бога. You need power from God. Тебе нужна сила от Бога. I need power from God. Я нуждаюсь в силе от Бога. But I can't forget Jacob. Но я не могу забыть Иакова. I can't forget Jacob. Не могу забыть Иакова. Because God said, потому что Бог сказал. And it's the only man in the Bible. Это единственная личность Библии. Come and you read your Bibles. Почитайте свою Библию. It's the only one in the Bible. Это единственный, кому в Библии. And God says to him, Бог сказал. You have power with God. Ты будешь иметь силу с Богом. What a relationship. Какие взаимоотношения? I want power with God. Я хочу иметь силу с Богом. Oh yes, I have power from Him. Да, я имею силу от Него. You do. И ты тоже. Through the Holy Spirit. Посредством Духа Святого. We've got power from God. Мы имеем силу от Бога. But I want more than that. Но я хочу больше. I want that kind of relationship. Я хочу такие взаимоотношения. Where I've got power with God. Где у меня есть сила с Богом. To change this nation. Чтобы изменить эту страну. You see, everything comes down to relationship. Все дело во взаимоотношениях. I know God. Я знаю Бога. I walk with God. Я хожу с Богом. I talk with God. Я говорю с Богом. And I want power with God. Я хочу силу с Богом. Then we see the miracles. И тогда мы увидим чудеса. You see, if you look in 2 Chronicles chapter 7, если посмотреть вторую Паралипоменон, седьмую главу, what does God say? Что говорит Бог? When Solomon was praying, Соломон, когда молился, what does God say? Что сказал Бог? I have heard your prayer. Я услышал молитвы твои. 2 Chronicles 7, verse 12. 2 Паралипоменон 7, 12. I'm challenging you. Я бросаю вызов тебе. It's not just how much you pray. Не только объем твоих молитв важен, как много ты молишься. I want you to come to the place where God says to you. Но я хочу, чтобы ты достиг такого места, где Бог скажет тебе. I've heard your prayer. Я услышал молитву твою. And I will answer. И я отвечу. God has heard your prayer. Бог услышал твою молитву. And God's going to answer. И Бог ответит тебе. He's heard your prayer. Он услышал твою молитву. For so many of you. И для многих I'm из looking нас. At the bishop. Я смотрю на епископа. All these years. Все эти годы. How you prayed. Как вы молились. God's heard your prayer. Бог услышал вашу молитву. That's why I'm here. Поэтому я здесь. God heard your prayer. Бог услышал вашу молитву. He heard your prayer. Он услышал ваши молитвы. You know, these are such precious things. И вы знаете, это драгоценные моменты. I could tell you so much more. Я мог бы сказать гораздо больше. Because you know, with Moses. Потому что вы знаете, у Моисея. When God appeared to Moses, he appeared in a burning bush. Бог явился Моисею в горящем кусте. Fire. Огонь. That's why Moses says. Вот поэтому Моисей говорит. Have you ever seen a person that can meet with God in the fire and not be burnt? Видели ли вы кого-нибудь, кому Бог говорил из среды огня? И чтобы тот не обжегся. But can you understand what this challenge is? Но вы понимаете, что это за вызов?
What the word of God is saying. То, что Слово Божье говорит. And what Moses said. То, что Моисей говорит. Can you get to so close to the fire of God? Можете ли вы настолько приблизиться к огню Божьему? So close to the flame and the heat and the fire. Настолько близко к жару и пламени огня. That it doesn't destroy you. Но чтобы огонь не погубил тебя. But I'll say something else. И я скажу что-то еще. Even Moses. Даже Моисей. Did he make one mistake? Сделал он одну ошибку. You preachers, can I challenge you? Проповедники, я хочу бросить вызов вам. Did Moses make a mistake? Моисей допустил ошибку. If you see saw the fire of God so powerful. Если ты видел огонь Божий такой мощный. I know what I would do. Я знаю, что я бы сделал. I would walk into the fire. Я бы вошел в этот огонь. David Hathaway's ministry in Ukraine continues to provide humanitarian and spiritual relief to the displaced and those who have lived under Russian occupation. Daily, we distribute bread, water, sanitary items, medicines, and other basic supplies. In addition, our staff provide spiritual and emotional support to people broken down by war and destruction. Weekly, we broadcast the gospel in both the Ukrainian and Russian languages. And we distribute Bibles. Even though the Russians have now left the Kiev region, the fighting continues in the Donbas region. But despite these dangers, we will not stop helping those in need. To make a donation, visit eurovision.org.uk/donation. Fire of God, that Pentecost experience will only come for one purpose, that you might glorify the name of Jesus. Prophetic Vision Magazine is the teaching ministry of David Hathaway. Request your free copy. And let God show you the path to revival in your life and your nation. Visit eurovision.org.uk/contact. God has a plan and a purpose for you to fulfill. Through faith, you will see miracles, heal the sick, and your prayers will be answered. In David Hathaway's two new books, A Faith Beyond and Power Your Inheritance, you will discover that with God, all things are possible. Order these books today. Visit eurovision.org.uk/shop.